Доброго времени суток на канале Быстрое SEO. Мы сегодня рассмотрим с вами проект CINDX. Находимся на сайте сейчас CINDX.io. Итак, CINDX — это проект из трейдинг сферы криптовалют. На сегодняшний день данная сфера очень актуальна и популярна во всех ее начинаниях. Раньше мы и слышать не могли о криптовалютах, а сегодня она каждый день на виду и в новостях, и в интернете. Таким образом, многие люди на этом фоне идут как основной, так и дополнительный заработок. Ведь данными валютами можно также просто торговать, как и обычными финансами. Так вот, новичку будет очень тяжело вникнуть в данную сферу, так как он даже не знает, откуда начать, и самое главное, как. Этим вопросом озадачены многие новички. И правда, в данной сфере нужно серьезное решение, которое могло бы помочь торговать всем, кто этого хочет. CINDX по своей сути проект, который является платформой, которая как раз таки даст ту самую возможность новым пользователям, новым игрокам рынка криптовалютного производить торговые операции с криптовалютой. При этом ваши финансы и персональные данные будут максимально защищены от посторонних и от нечестных на руку брокеров. Все это обеспечит, конечно же, блокчейн-технологии. Принцип проекта заключается в том, чтобы дать возможность управления вашими финансами более опытным игрокам, которые, в свою очередь, за определенный процент смогут приумножить ваши финансы. Таким образом, благодаря данной платформе пользователи смогут предоставлять свои средства максимально безопасно и при этом получать прибыль. Также за счет рейтинговой системы платформа сможет предоставлять вам такого человека, который действительно нужен. Анализ идет по многим критериям, чтобы подобрать лучшего из них, из лучших профессионалов своего дела. А также при этом все транзакции будут проходить достаточно на высокой скорости, при этом с максимальной степенью защиты. Как я уже говорил, данный проект будет очень актуален для обеих сторон платформы. Трейдеры получат свою прибыль за совершение выполнения заказов, а инвесторы, которые доверяют свои средства данным трейдерам, будут иметь свой заработок при увеличении активов за счет работы трейдера. Итак, детали ICO проекта. Токен. Обозначение CINDX. Пресейл начинается 26 августа 2018 года и продлится он до 7 октября 2018 года. Основной токен сейл пройдет уже с 8 октября по 26 декабря. Вот оно у нас. На последней стадии с 17 по 26 декабря бонусов уже не будет. На всех предыдущих, конечно же, будут бонусы. Таблица представлена на сайте в белой бумаге проекта. Изучаем и принимаем решение. Время есть, но стоит поспешить.